Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый инвестиционный проект iRobot. Значит, на инвестициях зарабатывать буду. Значит, регистрация. Email, пароль, повтор пароля. Здесь должен быть инвайт-код. Обязательно кликаем «Зарегистрироваться». Вот вверху можно указать любой язык, какой вам надо. Если вы зарегистрированы, заходим по имейлу и паролю. И нас встречает такое объявление. Минимальный депозит здесь. Первый VIP от 14 USDT. Второй от 108 и далее по нарастающей. Next. Это также можно прочесть. Следующее. Также можно все это прочесть. Закрываем. Поставим язык. Видим, да? В данный момент русский кликаю. И также все на русском языке объявления. Это все можно прочесть. Следующий. Также следующий. Так, интернет-службы поддержки клиентов также можно зайти. Ну и все. Значит, перезарядка — это депозит, отзывать — это вывод, помощь, команда, скачать приложение, активность и вкладочка «Пригласить друзей» находится наша реферальная ссылочка, можно кликнуть, ссылочка скопирована. И также пригласительный код можно кликнуть, и ссылочка скопирована. И также можно по этому тоже скопировать и поделиться в соцсетях. Кликаем обратно. Я сделаю сразу депозит. А потом прогуляемся по сайту. Также вот здесь можно это все прочесть. Все на русском языке. Я уже читать не буду это все. Кликаю «Перезарядка». Депонировать можно в TRX и USDT TRC20. Как я сказала, минимальный депозит здесь от 14 USDT. Также оставлю я под видео в закрепленном комментарии вот такой вот конвектор USDT в TRX. Значит, 14 USDT, то есть, да, долларов, это 91.15 TRX. Ну, можно сказать, даже 16. Так. Да, я для себя как бы, чтобы мне знать, сколько. Значит, далее что? Копирую адрес. Скопировала. Иду в кошелек. Кликаю «Send». И вставляю адрес. Так, обязательно проверяем. Кликаю «Next». Вставляю. 100 монет. Это будет 15 долларов у нас. Кликаю «Send». Возвращаюсь. 100 монет я закинула. И обязательно пополнение завершено после того, как депонировали. Кликаю. Все. Возвращаюсь назад. Все, у вас есть новое непрочитанное сообщение. Идем читать сообщение. Перезарядка успешна. 15 USDT я закинула. 3.09. Возвращаюсь. Сообщение, вот этот значок, вот оно сообщение идет. Это поменять язык, а это сообщение.
Так, ну что, давайте далее посмотрим теперь. Вот здесь домашняя страничка. Заходим сюда. Вот на этот значок кликаем раз в 24 часа. И нам будут зачисляться монетки. Видим, идет зачисление монет у нас. И 2 доллара 75 центов мне зачислились. Окей. Далее что идет? Здесь идут инвестиции. Это уже совсем другое, если кто захочет. Услуги телеграм-канала, телеграм-сервис. Это поддержка, если надо, это присоединиться на канал. У меня на балансе 103 доллара, так что ли? Так, ладно. Далее что? Также видим, у меня VIP-1. Центр безопасности, передача, учебное пособие, новости. Ну и здесь все такое. Возвращаясь на домашнюю страничку, закрыть. Значит, что у нас здесь? Передача я вам показала. Отзывать. У меня на балансе 3 доллара 5 центов. Значит, минимальный вывод здесь 2 доллара. Ну, 14 долларов минимальный депозит. И сразу же будет как бы минималка уже на вывод. Ставлю 3.05. Угу. Ставлю. И здесь ставлю точку. 3.05. Иду в TronLink. USDT TRC20. Захожу, кликаю. Копирую адрес. Вставляю. Пароль. Подтверждаю. Вывод успех. Перехожу в TronLink. 3.05, как видим, поступили на баланс. Все шикарно, платит инстанту. Возвращаюсь, нет. Отзывать я показала. Это помощь. Здесь будет отображаться команда. Я только что зарегистрировалась. Следующее. А, скачать приложение. Активность. Далее сотрудничество, ну и пригласить друзей я вам показала. Что еще здесь у нас есть? Возвращаемся в центр безопасности, передача. Можно делать типа реинвеста. Я таких проектов реинвест не делаю. Так, учебное пособие, новости, что здесь? Пожалуйста. Также можно это все прочесть. Следующее, что у нас здесь? Так, языковые настройки, можно поменять язык. Общая проблема у нас. Также это все можно прочитать. Ну и все, вроде как я вам все показала. И скачать приложение, выход. Также здесь телеграм-канал и поддержка. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Не интересно, проходим мимо. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. И все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Я рискую своими деньгами, ну а вы же думайте сами, как говорится, это дело хозяйское. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!